И еще одна неприятная новость из Горводоканала. Поставщик информирует, что жителей Пензы ждет отключение ресурса. В нескольких микрорайонах его не будет на протяжении суток с 8 завтрашнего дня до утра четверга. Речь идет об Арбекове, Зарега, ПЗ-24, Сосновке, Маньчжурии, Терновке, Междуречье, Спутнике, Сурском квартале, Гидрострое, Тепличном комбинате, Веселовке, домах, расположенных вблизи Бригадирского моста, Кривозерье, СНТ декоративной культуры, Маяке, Нахаловке, Шуисте, Согласии, Биосин, Синтезе, Автодроме, Бугровке, улицах Новоказанской, Кижеватого, Воронова, Российской, Окружной и Калинина частично. В остальных районах города возможны снижение давления и перебои в подаче. На этот период будет организован подвоз технической воды в социально значимые объекты и по заявкам управляющих компаний. Неудобства вызваны необходимостью заменить запорную арматуру на насосной станции Сурский водозабор и распределительные сети областного центра.